Добрый день, дорогие друзья, с вами компания «Кровмонтаж» и я, Мороз Алексей. Мы с вами на очередной серии ремонта кровли в Новоглаголево. Переходим к основной части, завершающей, самой приятной. Переходим к монтажу непосредственно самого кровельного материала. Вы видите, дорогие друзья, какие изменения на нашей кровле. Плитка интересная, северная хвоя с переливом. Не однотонная, как была до этого. Это достигается методом перемешивания плитки. Нужно брать плитку при монтаже одновременно из 6 пачек. На этом объекте идет полным ходом монтаж гибкой плитки Тегала. Для улучшения качества мы пригласили специалиста этой компании. Представляю вашему вниманию ведущего менеджера по продажам компании Тегала Ларшина Артура. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте, Алексей. Хочу сразу сказать, что наш клиент решил остановиться на компании Тегала. Это ведущая компания в производстве мягкой черепицы. Мне понравилось то, что компания Тегала сопровождает объекты, которые она обслуживает материалом. По необходимости менеджеры могут приехать, проследить за качеством производимых работ. Это очень удобно. Артур, что вы можете сказать о плитке, которую мы используем? Плитка, которую вы используете, называется «Мозаика», цвет северной хвои. Стеклохолст, который используется, его плотность составляет 115 грамм на метр квадратный. Это обеспечивает больший срок службы, меньшую потерю посыпки. В битуме используется АПП-модификатор. А что это такое? Даже я не знаю. Если говорить, это тактический полипропилен для того, чтобы она легче переносила жаркую погоду. А, не плавилась, то есть? Да. В этом его преимущество перед СБС-модифицированным битумом. Он как армирующий слой, он пропитывается битумом, затем на этот битум наносится базальтовый гранулят трехфракционный. Практически конкурентов по этому показателю среди российских производителей нет. Наши зрители должны понимать, что ремонтаж кровли с мягкой плиткой надо делать все-таки в теплую погоду, правильно? В теплую погоду, но и не в жаркую погоду. Вопрос я задам от нашего заказчика. Его очень интересовало. Если мы берем намонтированную плитку, она как бы не приклеена. А приклеится ли она потом? Пусть заказчик подождет, когда на улице будет плюс 30 и попробует да. Один ли. Это миф, этого не должно быть. На случай, если будут какие-то протечки, для этого существует подкладочный ковер. Как раз он и нужен только в первую весну, когда еще не все лепестки склеились. Плитка, она под лучами ультрафиолета склеится? Под температурой. Когда привезли нам кровельный материал, рабочие у меня спрашивали, а где крайний и начальный ряд? Другие производители используют яндовые начальные ряды как отдельный элемент. Все элементы, как начальный ряд, так и коньковые элементы, выполняются из рядового гонта черепицы. Лепестки гонта обрезаются и получается у нас вот такой. Готовый начальный ряд. Остается здесь слой для проклейки. Да, очень удобно. Коньковые элементы, соответственно, таким же образом обрезается каждая черепица. Да. И монтируется уже на конек. Что это, расскажите? Это самоклеящийся подкладочный ковер, который используется в сложных местах. Он является еще самоуплотняющийся. То есть гвозди, которые в него попадают, этот ковер, он их самоуплотняет. Его даже не надо прибивать гвоздями. Защитный слой снимается, и он четко приклеивается на фанеру. Во всех местах сопряжений дымоходов, примыканий к стенам, яндовых и так далее. Стелить его на всю площадь кровли. Кто-то говорит только по карнизам. Разъясните вот эту ситуацию. На уклонах свыше 30 градусов можно монтировать подкладочный ковер только по карнизу в два ряда, то есть 2 метра от карниза. Это свыше 30 градусов? Свыше 30 градусов. Угу. В яндовые, в примыкание кровли к стене, вокруг дымоходов и вокруг мансардных окон. Я спорил с человеком, кровельщик, опыт колоссальный, и он подкладочный ковер никогда на кровле не стелил, потому что, монтируя плитку, гвозди все равно его проткнут. Его работа заключается в том, что в первый год, когда лепестки еще не склеились, если вода каким-то образом подойдет, зайдет под лепесток, подкладочный ковер страхует. Вот такой подкладочный ковер. Часто задаваемый вопрос, нужен ли зазор между фанерой, она же водостойка у нас получается. И если нужен, то какие параметры, что скажете? Зазор обязательно нужен, несмотря на то, что она влагостойкая, все равно она может набирать немного влаги. Поэтому зазор 2-3 мм, ну на ширину гвоздя обычно делают, зазор обязательно нужен. И фанера должна монтироваться в разбежку, в шахматном порядке. Ну вот как... Мягкая черепица прибивается кровельными гвоздями, ершонами улучшенного прилегания для того, чтобы в будущем не вылазили и не приподнимали лепестки черепицы. Чисто.
На нашем объекте мы используем два вида укладки черепицы в районе Яндовой. Это в косичку, когда черепица переплетается между собой, и с подрезом на Яндовой. В этом участке мы будем делать с подрезом, потому что разные углы ската. Делается самоклеящий ковер в Яндовой. И заводят кровельный материал на подкладочный ковер. А следующая черепица, не доходя 5 сантиметров до нижней точки яндовой, по шнурке обрезается. И ровный шов будет в этой области. А эта яндовая у нас исполнена в косичку. Здесь приблизительно углы скатов одинаковые. Если будут какие-то вопросы, отпишитесь в комментариях под этим видео. Артур или я обязательно постараемся вам ответить. Нарастили мы стропильную часть. Предстоит еще добавить утеплитель в эту зону и в перекрытие. Главная дилемма строителей – соблюсти технологию, как хочет клиент или дизайнер. Совместить это все. Две яндовые сходились в одном участке. Кровля текла. Залежи снега и глыбы зимой. Было принято решение изменить угол кровли в этой части. Основной сход снега и дождевой воды направили на тот участок, дабы здесь уменьшить нагрузку. На коньке оставляются зазоры в районе 5-7 сантиметров для вентиляции, чтобы конденсат не накапливался вверху кровли, а имел выход. Пластиковый элемент компании Вальпе может сгибаться под нужный угол кровли. Здесь имеется отверстие для саморезов, вентиляционные решеточки. Здесь будет проходить вентиляция. И проклеивается. Артур, еще один вопрос от наших подписчиков. Какие коньки нужно вентилировать? Потому что у нас много центральных коньков и хребтов. По технологии Тегалы вентилировать нужно только горизонтальные коньки. Ребра вентилировать не надо, нужно использовать аэратор. И если внизу будет отверстие, вверху отверстие, тогда будет обеспечиваться тяга. Если весь скат будет еще по ребрам, весь в отверстиях, то, соответственно, никакой тяги не будет. Вентиляцию надо делать на горизонтальных коньках. На хребтовых нужно устанавливать аэраторы, как и у нас вот здесь на скате. Один аэратор проветривает 25 квадратных метров жилой утепленной мансарды. То есть... И 8,5 метров холодного чердака. Все мансардные окна Velux приподнимали на 10 сантиметров, зафиксировали их. Желобки конденсата там исполнены уже в гидроизоляции. Будем устанавливать оклады и сопрягать оклад с кровельным материалом. Бруски 5-сантиметровые. Здесь будет продых, и здесь будет устанавливаться вентиляционная сетка ПВХ, чтобы осы не вили там гнезда, не перекрывали наш вентзазор. Расскажу о фронтонном фартуке. Он имеет такой отбойничек, он заходит сантиметров 10 под подкладочный ковер, и монтируется уже плитка, для того, чтобы вода не преодолевала этот барьер, не текла по фасаду, по фронтону. И водичка будет благополучно скатываться вниз. Является таким завершающим элементом, который подчеркивает, придает объем вашей кровли. Здесь будет планироваться подшивка софитов. Есть комплектующая фризовая полоса. Она ставится как раз на эти элементы. Но ее ширина рабочая только 22 сантиметра. У нас же 25. Естественно, фризовая полоса пластиковая, она сюда не подойдет. На гибочном станке мы гнем заготовки, имитирующие фризовую полосу. Оставляем зазор под софит. И эта часть заходит под фронтонный фартук. Заводские боковые элементы, они там буквально 10 сантиметров. А гибочный станок, он всегда, вы можете нивелировать размеры под запросы клиента, либо архитектора, что и было сделано. Без гибочного станка выполнить эти работы невозможно. Что за посторонние на объекте? Здрасте. Здрасте. Алексей. Наталья. Очень приятно. Вера, я ландшафтный дизайнер. Что, откуда мы с вами начнем? У меня хорошие впечатления. Есть мелкие недостатки, но они исправляются. Алексей всегда реагирует на них. Я придирчивый заказчик такой.
Надеюсь, наше видео было полезным для вас, познавательным. С вами была компания «Кровмонтаж» и я, Мороз Алексей. Пока!